Так, 19-е. Января 2022 год, Харьков. Ничего не будет в этих съемках, кроме Луны, но я так давно не снимал, что доволен этим. Время сейчас 20, сейчас скажу поточнее. Сколько времени с вами? 46. По Киеву, Харькове. Ах, ты ж моя красавица какая. Как же давно тебя не видно было. Снимаю на балконе, отсюда тряска такая. Не выдерживает панельная девятиэтажка моего центнера веса. Веса в центнер. 393 тысячи километров сейчас до Луны. Вот так ты красивая. Вообще красивая ты так. Старых, елки-палки. И Платон вижу, и Аристарх вижу. Давно такого. Чистого неба не было. Пошли на линию терминатора. Ты посмотри. Быстро движется Луна по небосводу. Сейчас попробуем. Сейчас сухоту выстужу со своими съемками. Получается, мне настроиться. Как хочу. О! Выдержку увеличил чуть-чуть.
Вот кратер с пиптиком. Красота. Тень как хорошо видна. Отбрасываемая центральной частью кратера. Очень все рельефно. Ну, лучше пока не будет. Сейчас такие минуса, что на улицу я точно не пойду снимать. И себя жалко, и аппаратуру. Да, самая красота на линии терминатора, вот, где тень и свет соприкасаются. Куда ж ты бежал? Не надо убегать. Ну хорошо, я тоже затягиваю. Хорошо. 19 января 2022 год, Харьков. Ну, практически 21 час по Киеву.